Ребята, всем доброе утро. Простите, в этой штуке, наверное, меня не слышно и плохо в ней говорить. С вашего разрешения через монитор не передаются бациллы, вокруг меня никого нету, кроме оператора. Ребята, всем доброе утро. Сегодня будет продолжение Тюксона. Надежда найти порядочного человека, который занимается продажей автомобилей. Блин, это просто пипец, у меня язык не поворачивается говорить. Продаваны, перекупы своими черными ручонками хватают эти, блин, так, ладно, чем это закончилось, давайте посмотрим. В рамках выбора автомобиля под ключ имеем заявку на Hyundai Tucson. Кстати, это продолжение на тот трэш, который мы сняли в Борисполе. Ссылочку я оставлю где-то вверху внизу. Мы нашли один автомобиль, заказчик нашел второй автомобиль. К нашему удивлению, это оказались автомобили одного человека. В момент, когда начали звонить, выяснять обстановку, выяснилось, что у человека три автомобиля в одном месте и все три Hyundai Tucson. Поэтому мы прыгнули 7 утра, в сторону Черкасской области полетели. Здесь даже и комплектация вот так написана. Идеал. Английскими буквами. Так, держать. Все три автомобиля, они уже на красных украинских номерах. По каждому из автомобилей, как утверждает продавец, есть тюф. Тюф – это немецкий техосмотр, в котором указано, в каком году, на каком пробеге проходил этот автомобиль техосмотр. Как они выглядят оригинальные, я знаю. Поэтому есть шанс того, что наконец-то нам попадется порядочный продавец. На одном из автомобилей написано, что климат заправлен. Соответственно, надо будет обратить внимание, что там действительно климат стоит, а не кондиционер. Потому что не все люди на самом деле разбираются, что такое климат-контроль, что такое кондиционер. Откуда они все понабирались? Вот так вот едут. То ли я давно в город не выезжал, то ли все наглые люди повыезжали на дорогу. Кондиционер, он постоянно нагнетает холодную температуру, то есть у него нету понимания того, что нужно выключить, включить, он постоянно гонит температуру и постоянно он гонит приблизительно плюс 16 градусов. А это прохладно, летом реально можно простудиться. Было принято решение ехать смотреть все три автомобиля, выехали в дорогу, обещали скоро быть. Как его зовут? Саша. Александр. Сейчас сразу и проверим легенду, не слышит он или морозится. Так вчера точно так же. Звонишь, звонишь, потом сам уже призвали. Вот и верь после этого людям. Я ему отдалась при луне. Он красивые девичьи груди завязал узлом на спине. В очередной раз он не ответил. Ладно, полетаем, подождем. Типа уже он, да? Он что, какой-то левый приехал, буквально стал бы стоять. Ну что, сейчас продается. Доброго дня. Він продається? А підійти тяжко сказати, що ви є? Ніхто не телефонує. Гаразд, де оглядати його? У нас є бажання подивитися C3. Бажання, тому що ти подивитись два. А де третій? Ну, від третій ми не знаємо. Чи що? Нема ще від третій. Ну, гаразд, поїхали, хоч два подивимося. Тоді ми за вами. Офігеть. Ну, смотри, дизеляка вже на номерах.
Так что, может, не видно красных, которые... Может, я зря наговаривал на человека о том, что у него не оплачены налоги. Если что, здесь Черкасская область, номера у него какие висят? Здесь серия С идет. Это левые номера. В смысле, левые? В прямом. Он в объявлении на красных номерах. Нет, то что он в объявлении на красных номерах, то разве на здоровье. Так. ВК. 2. Елена, Тимофей, Пошук. Да, Тюксон 2007 года, выпуска Ровенская область. 9110 евро рекомендую, 9110 долларов рекомендуемая стоимость этого автомобиля. Топливо, блин, что, его номера? Так, какие-то гаражи. Эй, чуваки, у нас денег нет, убивать нас не надо. Ай, не успел, но запустился он легко и хорошо. Так откуда конденсат возьмется, если она стоит? Когда машина была горячая, конденсата не было. Вы ее загнали, она стоит. Так что конденсата у нее особо и не будет. Про парня, который продает эти автомобили. Это, в принципе, даже не он продает, а его отец. Это такой подрастающий сын продавана. 21 год ему. Продаванчик. Маленький продаванчик такой. Значит, про... маленького продаванчика или большого папу продавана. Я все-таки надеюсь найти в своей жизни человека, который порядочный, продает автомобили. Имею в виду, массово занимается именно продажей автомобилей. И вот то, что он напишет, будет действительно сходиться с тем, что есть. Пока мы имеем... Значит, имеем 3 автомобиля, нет, ну, 4 вообще, 3 автомобиля, которые вообще даже муха не сидела, если сидела, то только в тапочках. Ни единого подкраса, нигде ничего нет, там, мамой клянусь, и мехом на стекле, который там должен висеть, имеется в виду бахромой. По факту, приезжаем на первый автомобиль, и я только вышел с машины, я понимаю, что там уже бампер вылепленный, капот. Ну, то есть издалека реально видно, что машина травмирована. В общем, ложь, пиздеж и провокация. А нельзя так говорить. В общем, неправда это все. Пока из заявленного то, что машина, в принципе, не имеет ни единого подкраса, но я вижу, что вот капот у нее крашеный, бампер у нее тоже крашеный. Ну вот посмотрите вот сюда. Вот здесь вот есть. Окей, давайте пробьем. Брюхо, постреляй его вот здесь, дай. Дай. Вот это что? Ну, как не суть. Нет, вот это что? Вот здесь что? Написано, ни единого подкраса автомобиль не имеет. То, что капот целый, я в этом не сомневаюсь. Но то, что она... Ну, я, кажется, ты крашеный. В объявлении написано, машина не имеет ни единого подкраса. Я задаю вопрос вам, что это? Вы говорите, ну, бампер крашеный. Я показываю, что еще капот крашеный. Ну, в общем, не совсем это правильно. Тем более, вот здесь вот реально и шпаклевка есть. И причем не очень качественная. Вот это что? Аж погнутый. Ну, это не я. Ну. Как так? Объявление же машине идет, что она не крашеная. Поясню для сомневающихся. Вот мы приехали на машину, которая, сука, не битая и не крашеная. Мы имеем зазубрины, которые снимались даже не пластиком, а какой-то ржавой отверткой. Дальше лак потек. Это говорит о том, что его некачественно делали и очень быстро. Также пистоны на бампере, они разные. Его снимали не один раз, они бы хотя бы просто поменяли вот эти вот копеечные пистоны на новые. Вот тогда бы совершенно другой вид был бы и не было вообще вопросов. На что надеется человек, когда он скрывает удары по капоту, то что он был замят. Также непонятно, почему он скрывает то, что капот крашеный изнутри. Это видно по вот этой вот
части. Также бампер имеет какой-то такой, ну, очень уж невменяемый зазор между самим крылом и бампером. На самом бампере видно, ну, просто несметные килограммы шпаклевки и очень некачественная покраска. Ну, справедливости ради надо сказать, что дальше автомобиль идет весь ровный, то есть он получал только в лицо. В лучших традициях продаванов покрашены суппорта прямо по ржавчине, даже чуть-чуть не почистили. Вот как есть, так и покрасили. А можна подивитись, там на неї документи є, в частності його цікавить німецький тюк. Так, сертифікат. І що, сервісна книга? Та, сервісна книга то. Не, на жаль, нема. Машина без единого подкраса, машина вся в идеальнейшем состоянии. Блин, не. Не, визуально-то да, она как бы вот только в морду чуть-чуть придавленная. Действительно, машина первая, которую осматривали, она живая. Даже вот перфорация руля, даже не помененные резинки на педалях или свежепомененные, как правильно сказать, не достегнутая, как резинка, недоодетая. Это не помененная или свежепомененная? Недоодетая. О, недоодетая, да, потому что вот две резиночки хорошо, третья, ну, чуть-чуть недоодетая, и, в общем, эффекта новых педалей не получилось. Многочисленные очаги ржавчины, причем такие, что... Я понимаю, что тюксон не гниет, но это реально ржавый тюксон. Места точки сварок, лонжероны, части соединений, кузова, они уже все пошли коррозии. И это процесс необратимый, его уже получится только приостановить, но не остановить. Оно уже, если пошло, то эта машина сгниет и сгниет довольно быстро. Также у дизельного автомобиля с левой стороны на двигателе переуплотняли двигатель, вместо родной клапанной крышки прокладки поставили герметики с левой стороны, оно тоже сопливит из-под того герметика. А так, мальчик вроде неплохой, только с цицей глухой. По второму тюксону кузов у нее намного лучше, чем у первого. И он действительно не битый, действительно не крашеный. В салоне у этого тюксона руль слегка отполированный, но перфорация кожи, она все равно просматривается. Если эта машина пригнана с Германии, значит у нее должны быть подушки. Сейчас будем смотреть, есть ли у нее подушки. Черная подушка. Видно. Есть. Это хорошо. На случай, если вдруг кто-то не знает, у большинства тюксонов идет всего лишь две подушки безопасности. Одна, которая стоит в руле, вторая в торпеде для пассажира. Боковые они есть далеко не у всех. У этого корейца сидушки уже были покрашенные и снова потрескались. На самом деле, у большинства Kia и Hyundai действительно не очень хороший и качественный салон. К 150 тысячам многие экземпляры уже рассыпаются, но те, за которыми следят, они ходят все-таки дольше. По зазорам он ровненький, по зазорам он классненький, нигде ничего не вылазит, все ровно. К неприятностям этого автомобиля можно отнести левую стойку, которая под воздействием солнца, она слегка оттопырилась и вылезла за шелкографию. Но изнутри салона этого не видно. По сравнению со всеми предыдущими автомобилями, этот реально выглядит просто самым красивым на ихнем фоне. Обращаю внимание на то, что суппорта крашены не по ржавчине, а именно по металлу. Кромка у этих тормозных дисков, она, конечно, есть, но не настолько большая, как у предыдущего. И вверху, и посерединке, и внизу везде одинаковый зазорчик. Без косяков, как говорится, никуда. И шкура молодого дермантина, она здесь просто отвалилась, и осталась ткань. Живой непоцарапанный пластик порогов, причем не только на задней левой двери, а живой на всех четырех. Даже если совокупить все потертости, которые есть на этом автомобиле, от многочисленных перевозок всяких грузов, этот все равно, несомненно, лучше, нежели все предыдущие. На всякий случай я расскажу о показателях, которые должны быть в норме для автомобиля Hyundai Tucson. В микронах должны быть от 90 до 130. Во избежание претензий от заказчиков мы прикрепляем к акту осмотра еще видеофайл осмотра. Это нужно в случаях, когда у автомобиля крашено несколько элементов. Иногда
иногда люди забывают о том, что им говорили, крашена, допустим, одна часть или две, и там, допустим, две или три, и они утверждают, что мы этого не говорим людям. Поэтому мы к акту осмотра теперь еще всегда прикрепляем видео. К непонятным моментам могу отнести вот эти вот дикие отверстия, которые непонятно для чего были сделаны и почему они имеют такую форму. Может, кто знает, напишите в комментариях. Следов ремонта на лонжеронах я не вижу. Судя по окиси этого двигателя, он тоже где-то стоял, как и предыдущий. Нужно посмотреть в расширительном бачке, нет ли масляных пятен. Ой, антифриза-то тут и нету. Ну, хотя бы есть масло в двигателе, уже хорошо. Непонятный момент, почему снимали капот, но снимали капот, то такое дело. На самом деле капот не крашеный, крылья у него не отнимались. Единственная часть, которая отнималась, это вот именно капот. Что? Вы не обратили внимания, что новый топливный насос стоит на втором Hyundai? Поэтому и капот снимался, там делали профилактику этой всей херни. А зачем капот снимать? Ну, чтобы легче достать? Ну. Может быть. Топливный насос стоит новый, и для того, чтобы поставить топливный насос, снимали капот. Ну, это такая гипотеза, это предположение. Значит, по двигателю у этого автомобиля из минусов. Первый минус, то, что бросается в глаза, это гофра, которая прогорела. Гофра — это такая соединительная гармошка, когда мотор шевелится, чтобы не ломала весь тракт, стоит гофрированная труба. Так вот, она лопнула. Дальше. Течет что-то. Почему что? Потому что нужно сначала разъединить коробку от двигателя. Рассоединить и посмотреть, с какой стороны течет. Предварительно я понимаю, что по цвету масла это течет с двигателя. Сальник коленвала пропускает, но опять-таки это надо все вскрыть и посмотреть. Благо тут не автомат, тут работы меньше. Работа стоит недорого, сальник вообще стоит копейки по сравнению с работой. Убрать это недорого. Дальше. Поддон, когда вешали, поставили на черный герметик, который так повылазил, позакручивался таким аж поросячим хвостиком. И все равно из-под этого герметика выдавливает масло. То есть двигатель течет, его надо переуплотнять. Дальше. Также течет турбина у этого мотора. Причем холодная улитка. Или горячая, уже не помню. В общем, течет, на видео есть, я покажу. Холодная. На генераторе есть такой маслонасос, oil pump небольшой. Она тоже течет. Рулевая рейка, вот в чем беда. То есть, если все остальное, оно такое, можно подумать, что... В общем, там вердикт будет после того, когда это все дело замыть, покататься чуть-чуть и понятно. Либо это старое, либо это новое. Но рулевая рейка течет и течет однозначно. Она не стучит, то есть она не гремит. С ней все абсолютно нормально, люфтов нет. Но переуплотнять ее точно нужно, потому что вот эти вот сальники, они реально... Когда руль дергаешь, оно... Вот когда стоишь со стороны, такое ощущение, что оно стучит. А по факту оно там, если прислушаться, плюхкает. Жидкость с воздухом под давлением создается впечатление того, что оно стучит. Поэтому сальников там нет. Ее надо переуплотнять, рулевую рейку. По ошибкам, ошибок по этому, по второму тюксону нету. Стоит эта машина 8900 долларов. Я ему аргументированно сказал, говорю, друг, 8200, и тогда будет разговор дальше. Нет, ниже чем 8,5 мы ее не отдадим. Машина в идеальном устане. Ну, то, что там с нее сопли последний вытек. А, еще момент, у нее сухой бачок. Вот туда заглядываешь, а там антифриза нету. Ну, вот просто он кончился. Испарился, наверное, вместе с этиленглюколем. На самом деле, я думаю, что он куда-то вытек. Там есть остатки антифриза, но то, что там нет уровня, и он пустой, это факт. И это не очень хорошо. На этом, на самом деле, история не закончилась. Дальше есть продолжение. Мы нашли человеку машину. Машина описенительная. Мы нашли хорошего продавца, несмотря на то, что он перепродает автомобили. Несмотря на первое впечатление о человеке, он оказался крайне порядочным. Я, честно говоря, не ожидал. Вот оно свершилось чудо. Это из разряда «кто ищет, тот всегда найдет». «Стучитесь, и вам откроют», или как там еще можно сказать, из библейских писаний или же из каких-то других. В общем, есть нормальные, порядочные люди. Нужно только искать.
И если хотите увидеть продолжение этой истории, напишите в комментарии. Нужно отснять хорошую машину или все-таки нужен вам трэш? Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Не болейте, будьте здоровы, всем удачи на дорогах, всем пока-пока.